В стране сегодня отмечают День трезвости. Борьба с алкоголизмом в России ведется уже не один век. Эксперты приводят ужасающую статистику. Ежегодно от причин, связанных с потреблением спиртных напитков, погибает около 500 000 человек. Меры, которые нужно принять, чтобы победить зеленого змея, обсудили за круглым столом чиновники, общественники, правоохранители и духовенство. Сегодня же на улицах столицы прошел совместный рейд представителей ГИБДД и республиканского наркодиспансера «Трезвый водитель». Тему продолжит Наталья Егорова. Как меняется алкогольная политика в стране и как воздействует на здоровье населения высокий градус, попросили высказаться руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Для этого с Москвой организовали телемост. По мнению общественного деятеля, сегодня в стране много говорят на эту тему, но разговором проблему не решить. К тому же в законодательстве есть лазейки для торговцев спиртным. Мы видим вот это обилие так называемых вот этих пивнушек, которые в народе называются там по-разному, кто-то их называет наливайки там и так далее, и так далее. Мы понимаем, что вот эти дыры в законодательстве алкогольная мафия использует с точки зрения собственной наживы и, конечно же, ухудшение здоровья наших граждан. Между тем, отмечает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», некоторые дельные мысли, которые помогут остановить алкоголизацию населения, есть, и их нужно принять уже в ближайшее время. Одна из них – увеличение возраста продажи спиртного молодым людям до 21 года. Также стоит взять на вооружение опыты других стран. В Канаде алкоголь продают только в специализированных государственных магазинах. И все. И никакой проблемы. Успешные факты в борьбе с алкоголизмом есть и в нашей стране. В Чечне, например, спиртное продается только 2 часа в день. Чувашии, жители села Шигырдан Батревского района, не пьют крепленное даже по праздникам. Это связано с тем, что Коран запрещает употребление алкоголя. В Алатыре для больных алкоголизмом при местной епархии создан центр «Нечаянная радость». Центр действует при отделе, социальном отделе Алатской епархии по профилактике алкоголизма и утверждению трезвости. Ведутся консультации и 10-дневные курсы для самих зависимых и их родственников. В день трезвости на улице столицы вышли госавтоинспекторы и наркологи. Они проверяли состояние автовладельцев. По статистике, в Чувашии с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 90 аварий, в которых погибли 20 человек. Еще 133 оказались на больничных койках. Любая доза алкоголя, которая принята водителем, и когда вот водитель позволяет себе сесть за руль, принявший алкоголь, это потерянные минуты скоростной реакции. Алкоголь – это заторможенная реакция организма в чрезвычайной ситуации. За время этого рейда проверяющим попадались исключительно добросовестные водители. Даже глоток пива, я думаю, что это противопоказано. Вообще, если выпил, то вообще не стоит за руль садиться. Недавно был свидетелем пьяного водителя. Меня остановили гаишники, я был свидетелем. Такие проверки на дорогах Чувашии проходят раз в месяц, иногда и чаще. Подобные меры профилактики, говорят участники, все-таки повышают чувство ответственности у водителей. Наталья Егорова, Елена Дмитриева, Никита Углев, Семен Антонов, Вести, Чувашия.